Раз, два. Так, все, порядок. Запись идет. Всем привет. Сейчас музычку подрублю. Ну, такая пиздец. Итак. Собственно, что я зашел? Я давненько уже не стримил, не делал никаких записей. Вот, тут на форуме прочитал, что i16 он не перезлетает, как в Аркаде, типа как на упрощенном управлении. Интересно проверить. Проверим. Я, правда, немножко уже проверил i16 и i16. Заметил, что в пробном вылете отлетают на стойке тревоги, но не сохраняется в таком боевом виде. Он вроде не любит и сначала i16 i18, потом попробую другие модели, может быть там какая-то модель отдельного самолета, который сделали F-Form облегченный. Типа он на взлете к нему крыло не валится сейчас, но он не будем сейчас проводить. Это нормально, сохранились тренера. Да, сыграем. На крыльцо я вышел пусто в 2 часа. Думал о природе красиво. Уже запустился, обороты набрались. Говорят, да сыграется. Ну, я так привык. Да, надо учесть, что меня тренировали. Но все равно приходится компенсировать, потому что крыло валится. Это при том, что у меня примирает вот мои лироны включены. И мировые высоты. И на рун поворота тоже настроен. На рун поворота троечка, где-то на элероны тоже троечка. Противоположную сторону. И по рулям высоты на 10. Ты не раздражаешься, тормозные щитки открываются на малый скорость. Тормозные щитки открываются. Вишневая коробка. Нет, трассы, разные щитки, лобастая морда. Он скорость, наверное. Мне надо, чтобы скорость касания была 130, понятно. Вот 150. Ничего не было. Так, ладно, остальные шипы я садить не буду, вы тут привыкли. Ну, не заметил, что у меня стала вообще такая аркадная. То есть, как было, так и было мучить. Вот, когда я летал там пару месяцев назад, наверное, или 3 месяца, или больше даже, так и осталось. Попробуем другим обычным. Ну, вообще, ты уже сейчас картошку чистишь, мне же нет. Нет, меня любит, это ничего. Более, я все равно картошку почищу. Так, смотрим. Перекурили. i16.5. Самый умный хирург не починит, увы, ты отрезала мне. Так, тут ничего не тренирую, я не знаю. Сейчас здесь все по нулям светит, наверное, да? Будем летать по умолчанию.
а крыло валит очень сильно. Возможно, немножко меньше, чем раньше было. Я-то уже не знаю, как он себя ведет, поэтому компенсировал сразу, но вроде все. Весь обручку метро, он бы крылышком зарылся, и ждет не получилось. Следующий. Это при том, что я давненько уже не летал. Как-то некогда мне, некогда. Работа, дом, семья. Летать не надо. Пару раз в дронный танк выезжал. Я сидел с Захаром в темном кинозале. Там ночной дозор кино нам показали. А, вертолеты. Лучше бы мы попили пиво на вампирчике. Кошмар! Да. И пятый, да? Ой, не. Тут как раз как мы писаем. А крыло валит. Ну и так, честно говоря, как раньше. Раньше он вообще упирался. Ничего себе не надо. В принципе, да. Прости, не правда. Или мне тут тренера вот. Не, по нулям тренера стоят. Десятка блин, вообще без проблем. Десятка блин. Так, ну, пошел чуть-чуть компенсировать. Нурунчики не видите. И вираж он закладывает тут. Очень страшно сняли, мужики. Наверное, на посадочку не стоит. Машины, которые я тоже не тренировал. Щитки, но на такой скорости это рулось. Ну, сейчас да, с десятым типом что-то действительно. Да. Походу, хоть в кедах, наверное, десятки летал.
Да, это десяточка была, возьмем 24-ку. Проверим 24. В принципе, пятый тип. Вроде ничего так. 18-й. В общем-то, не заметил изменения. Кто? Вот на 10-м типе. Черный день. А что это за черный дембель такой? О, очень старая история. Ну так, конечно, что сам выглядит. В одной артиллерийской части под Киевом служил один дембель. Ну, а легче. И оставалось ему служить три дня разница и три ночи. Во-четвертом крыло. Взрывается хорошо. Почему сразу не компенсировал? Потому что нам же надо было проверить, да? Что все изрыли? Да. В принципе, 24-ка похожа на 18-й больше. Очень дембель любил медсестру Олесю из соседнего с частью хутора. Должны они были пожениться. А в части еще служил один прапор. Гад редкий. Да, собираем. Он тоже на Олесю глаз положил. Что? И как-то ночью, как-то ночью. Значит, пак еще полгода. Да, этот скоро изгасит лучше, чем десяточка. Так, то, что ты считаешь службой, для него давно не ново. Сколько метров от забора до обеда по длине, только черный дембель знает ответ, знает ответ, а ты нет. Написали, мол, погиб за родину. С дерева упал на топор. Прошло 2 года. Отплакала Олеся все слезы. И за прапора душегуба замуж собралась. Тут стук в дверь. Какой ходит какой-то мужик в капюшоне и ужас с крышкой несет. Ты кто? Крикнул прапор незнакомцу. Голова на блюде глаза открыла и как закричит. Я черный дембель. Сказ. А когда его включили, те твои лежат. По крайней мере, мне больше не похоже. Такая вот армия драма. Шекспир и племянники. Раньше больше на крыло вываливало. А таких ошибка круче разъебало. Я бы не спрашивал. Вообще парк. По крайней мере, FM до того уровня, как было когда-то. Так, с одной стороны, так, с другой стороны, тогда шаг очень приятен. Это был убийца вообще. Возьмем его с собой, крокодил.
принципе, на этом наше исследование закончено. Прошу очистить картошку и спускаться в магазин. Так. Если будет возможно, надо будет солка подождать. Он опять в рейс не ушел. Все, всем пока. До новых встреч.